Всем большой привет! Хочу показать свой заказ в компании Faberlic по 11 каталогу. Заказ был небольшой, кое в чем я тут, оказывается, пролетела, но я об этом даже не заметила, когда делала заказ, а заметила уже в чеке. Но сейчас обо всем по ним подробно расскажу. В заказе было два шампуня. Это шампуни для жирных и склонных к жирности волос. Они остаются у моей мамы мастхэвами. У нее очень быстро жирнятся волосы, они очень тонкие, и вот этот шампунь очень ей помогает. Еще есть в зеленой серии, там тоже для поврежденных волос, зеленые тубы, вот тоже они ей нравятся, и вот эти вот остаются ее прямо любимчиками. Взяла сразу два. Бальзамы у нас есть, но сейчас она ими не пользуется, пользуюсь ими я, поэтому нужны были именно шампуни. Подруга взяла свой самый любимый аромат из серии La Creme. Это дезодорант, антиперспирант. Мята, свежая, по-моему, мята. Освежающая мята, вот так называется. Зеленый такой. И шарик там, и зеленая макушечка. Это новинка, аромат я знаю только по гелю для душа. Он мне очень-очень нравится. Пахнет именно гель, если взять, то оболочкой мятной жвачки. Такой вот. Как работает, еще не знаю. Дальше я взяла себе тушь водостойкую, так как впереди меня ждет море. Надеюсь, что она мне понравится. Давайте попробуем открыть, посмотрим, потому что пользоваться начну уже дома, чтобы посмотреть, как смывать, чем смывать и подходит ли смывка, которую я беру с собой. Вот такая щетка, кисточка, очень удобная. Как мне кажется. Буду тестировать. Тушей много, но водостойких у меня нет, поэтому взяла такую. Дальше была акция. Можно было... Я не по порядку показываю, немножко буду в разнобой. Но вот сейчас упомяну про эту акцию. Когда в каталогах, девочки, есть акции, например, купи на 300 рублей или на 299, кажется так, то можете взять там один порошок, два, три себе по определенной цене, ну, в зависимости от суммы вашего заказа. Именно такие акции нужно смотреть не во время заказа, а на втором шаге. То есть вот этот порошок я взяла на втором шаге. Концентрированный стиральный порошок. Тут на три стирки, это мини-упаковка. Не знаю, нужен кому артикул или нет. Ну, все в каталогах есть. И вот такая мини-упаковку я буду брать с собой на юг. Очень удобно. Но дело в том, что я сделала уже когда заказ. Мне позвонила рано утром, прямо в 9 часу, наставница, которая, в общем, надо мной. И сказала, что Света, тебе там немножко не хватает... В заказе до 10 баллов, что ли, и какая-то там акция работает. Я ничего не поняла, но поняла, что нужно либо мне это, либо ей это надо. Но я должна дозаказать что-то. И с просонок, вспомнив, что была еще акция в каталоге номер 11, можно было взять блеск для губ по 179, кажется, рублей цена. Ну, пошла я к компьютеру, как я сказала, не в... с одним глазом полусонная, и совершенно забыла, что это надо делать на втором шаге. Зашла, заказала, даже не заметила, какая выпрыгнула цена, и в итоге вместо 179 рублей... Так, где? Вот, блеск для губ, волна цвета, 269. Видите, получилось. Это очень грустно, конечно, что я бы за такую цену ни за что бы не взяла. Ну ладно, это не важно. 42.30. Блеск назывался что-то ягодное или клубничное, я уже не помню, если честно. Ну, давайте интересней свотч. Давайте я вам покажу лучше свотч. Цвет очень красивый, носить я его буду. Он мне очень понравился. Но вот цена, если бы была все-таки 179. И я не пролетела, я была бы более счастливой. Вот. Ну, так вот, вот смотрите, какой он красивый. 42.30. Вот. Где тут солнышко? А нет, на солнце не видно. А
Так вот красиво, да? Дальше. У меня подруга взяла себе наливное средство. Шуга Блаш. Вот такое. В оттенке 47-51. Она брала темный и сейчас взяла такой розовый. Я себе такое брала. Вот мое. Давайте я вам покажу тоже, как он смотрится. Наливное средство можно использовать как помаду для губ и также как румяна для щек. Ну, давайте я вам покажу сводч. Вот так вот он выглядит. Кремовая текстура. Может сначала полосить, то есть нужно аккуратно распределить, и тогда без проблем будет лежать и на губках. И если вы будете аккуратно ложить тенью на щечки, сейчас я покажу вам, то можно не переборщить, а очень красиво наложить румянец. Вот я сейчас переборщила. Очень трудно это сделать пальчиком. Ну, в общем, все равно вы поняли, что будет такой вот оттенок. Так, свое я убираю. Следующее, что я взяла себе по баллам, а моя подруга по за деньги. В каталоге был по 99 рублей вот такой универсальный жидкий спрей пятновыводитель. Удобно и эффективно. Вот. Подруга взяла себе, а я взяла по баллам. Я решила все баллы потратить, потому что уезжаю и не знаю, получится ли у меня по приезду сразу сделать заказ Faberlic. Не знаю, прям точно не знаю. Я приеду числа 25-го, Faberlic работать будет до 27-го этот каталог. Успею сделать, не успею, баллы сгорят, поэтому я их решила сейчас обнулить. И взяла я на баллы помаду от Faberlic в оттенке 43038. Это помада Овация, как-то вот полуматовая губная помада Овация, да, клубничный ажур называется этот оттенок. Тоже у меня есть две такие помады, представляете? Решила посмотреть, какие два номера, чтобы не ошибиться. И оказывается, у меня два одинаковых. Вот как так могла заказать, даже не заметила. Но тут не ошиблась. 43038, клубничный ажур, здесь есть зеркало. И вот такой яркий оказался цвет. Мне он показался не настолько ярким по сводчам, ну вот в каталоге. А по факту очень ярко. Ну что, я тут на косточке решила нарисовать. Ну, видно, да, лето говорит за себя. Все оттенки яркие. Но вот этот у меня был. А вот блеск и помаду я, по сути, взяла в одной цветовой гамме. Только блеск блестит, он с блесточками, а помада полуматовая. Вот такая. Лето, загар, и я думаю, что пойдет. Таких у меня оттенков точно нет. И будет неплохо, если будет такой оттенок. Тем более, я, как сказала, уже взяла за баллы. Вот такой у меня был заказ. Мне еще прислали, не дали, а выдали пакетики. Я их тоже заказала, оказывается. Вот, вот такие пакетики, не помню, по-моему, по 4 рубля. Могу ошибаться. Я штук 5, наверное, взяла. Да, 5 штук. Вот такие вот. Это самые удобные пакетики. У меня большие заказы редко делают, а это самая удобная упаковка. Также положили в подарок крем дневной Реноваж. Это 50+. Можно тестировать, пробовать. Также положили купон, скидку на любой парфюм. И каталог, который лежит около вас. Все, вот такой был заказ. Вроде бы ничего не забыла. Единственное, конечно, жалко, что пролетело с блеском. Если бы он мне не подошел, я бы расстроилась. Но так как он мне подошел, ну... Ладно, ничего страшного, иногда теряем больше. Все, спасибо огромное всем за внимание. Всем до новых встреч и всем пока.